опустевших городах летом мы тоскуем по лесной тени. Я уехал бы на край света, только где же столько взять денег? Да и там-то на краю тоже подрулит какой-нибудь транспорт, и с неоструганной, как еж рожей, кто-то скажет: покажи паспорт. Но мы все смотрим телевизор. А когда же жить? А когда петь хором и с природою дружить? Нарядить бы все в лесу елки и отпраздновать всю жизнь разом, и на книжные налечь полки, чтоб пополнить свой худой разум. Прочитать бы все, что мы в школе проходили просто так мимо, а потом хоть на себя, что ли, применить и показать зримо. Но мы все смотрим телевизор. А когда же жить? А когда петь хором и с природою дружить? И не ставить бы себе сроков, чтоб не дергаться, а петь песни, потому что это все боком, нам выходит к временам пенсии. И гулять красиво без денег, и работать, но не за средства, и даже детям не включать телек, он ворует у людей детство. Но мы все смотрим телевизор. А когда же жить? А когда петь хором и с природою дружить? Но мы все смотрим телевизор. А когда же жить? А когда петь хором и с природою дружить? Но мы все смотрим телевизор. А когда же жить? А когда петь хором и с природою дружить? А когда петь хором и с природою дружить? Сергей Галанин в гостях у классика Олега Митяева. Олег Григорьевич, вы заметили, какой социальный накат стал сразу в песне проявляться? Спасибо большое.